А, я могу отжиматься в тюрьме, серьезно? Вот это прикол. Я буду гача-муча, получается. А, я чем быстрее нажимаю, тем быстрее заканчивается мое время. Ё-моё, ребят, ну это, конечно, имба. Всем приветики, рада видеть вас на моем канале Тилькаплей. Я Наташа, мы сегодня с вами поиграем в симулятор бизнесмена. Я буду бизнесвумен из Москвы, надеюсь, будет прикольно. Значит, имя тельняшка, название компании. Вам жопа. Как всегда. Чем занимается ваша компания? Жопами, очевидно. Логотип компании – жопа. Так нечестно. Вам попец. Вам попич. Да ладно, серьезно? Что за цензура такая? По-ч-ка. Вам попочка. Во, вам попочка. Чем занимается поп-ка-ми? Логотип компании. А как, значит, я не знаю. Логотип компании, ну не знаю, 555. Я не знаю, что. Три шестерки логотип компании. Цвет розовый. Цвет компании. Ну давайте какой-нибудь вот такой. Не знаю, просто непонятно, что это влияет. Сейчас будем разбираться. Ой, ёб твою мать, я тут сплю на рабочем месте. Ержан, просыпайся, на работу пора. Ой-ой-ой, что за мистер Носач? Фу, от него воняет, ой. Я, по-моему, в шоке, что меня запалили. Ты чё, снова спишь? Это уже ни в какие ворота. Будешь работать сверхурочно, если иначе я тебя уволю. Да, конечно, я буду работать всю неделю, босс. Мне нужно мое место. А ты думаешь, я на тебя просто так смотрю? Еще одно слово. Можно мне 5 минут, пожалуйста? Меня сейчас, походу, уволят. Меня сейчас, походу, реально уволят. Да, меня уволили. Да, болталась. Ну ладно, я сейчас такую компанию выращу. Сейчас моя компания с попками. Ух, они меня разозлили. Они меня разозлили. Так, вот это мой офис. Серьезно? Купить? Ну давай купим. Так, ну заходим, войдите. Это мой офис. Добро пожаловать. Что это такое? Уборка. Что? Как это убирать? Научите, научите. Садись. Так, работаем. О, вот это, конечно... А, я должна печатать. Подожди, я, то есть, должна реально вот так вот все время печатать? А, вон оно как. Так, хорошо. А вот это вот как убрать говно? Это что, навык? Давай, возьмем себе навык. Стоимость 1500. А убираться здесь нельзя? Конечно, такое я обрыганство себе взяла. Ладно, поехали. Я типа тут зарабатываю за клики, я так понимаю. Чем больше кликов, тем больше я получаю ЗП. Ну хорошо. Работаем дальше. Она работала на компьютере. Вообще в идеале поставить макрос на 2 и все. Нет, тут надо звать Дениса, конечно. Денис прям четко умеет кликать. Я просто не хочу этим заниматься, кликанием. Ну, давайте так, поехали. А где моя мышка-то, ёпта? Ой, я ускорила мышку, извините. Так, сейчас, подожди, уменьшу ее. Супер быстрая стала. Так, поехали. Нажимаем! Нажимаем! Это сложно. Мне опять улетела мышка. Так, а что делать-то? Время игры. Оплатить сейчас. А что я оплатила? Заплатить налоги. Серьезно? Я заплатила налоги и осталась без денег опять? У меня только что были деньги. Алло. Мои бабки забрали, козлы вонючие. Верните деньги. Кошмар. Я реально тут так столько не заработаю. Мне нужны помощники. Помощники в моей компании. Я, конечно, кайфую вот это вот все делать, но что-то как-то мне не нравится. Мне нужно работника нанять себе, чтобы он у меня сидел, вот это вот накликивал. Я не собираюсь вот этим вот заниматься всю жизнь свою. Это что, это ни в какие ворота. Я просто бомжиха какая-то, которая вообще ничего не зарабатывает. Я чувствую себя ничтожеством, меня никто не любит.
Ты посмотри на ее кайфовое лицо. Она реально кайфует от того, что она делает. Она работает сама на себя. Она выбрала эту жизнь. Но она теперь бомжиха, понимаешь? У меня все связано с бомжами. Истерика просто. Что делать? Я не знаю, не могу. Как выжить любой ценой? Помогите. Ладно, сейчас заработаем себе на какого-нибудь менеджера сраного. Так. Оплатить налог 52. Да, электричество 150. Ты что, охерел? Так, подожди, можно я куплю мужика? Кассандру куплю. Сколько Кассандра стоит? Да охереть! Недостаточно денег. Серьезно, мне недостаточно денег. И что мне делать? Продолжать работать? На что? Он же вместе делал на работе. Мне не хватает денег. Я все свои деньги всираю на работу. Капец. Вот смотри. Смотри. Сейчас я нажму оплатить. Недостаточно денег. У меня не хватает денег. Могли бы мне хотя бы хоть сколько-то дать денег? Хоть как-то. Хоть куда-то. Но мне не дали. Короче, получается, в секунду от моих нажатий зависит то, сколько будет ЗП-шка моя. Но у меня максимум получается нажать 60. Ну, максимум. Да я не умею вот это вот кликать, но это кошмар. 70 заработала. Так, а можно заработать больше? Вам нужно подождать, прежде чем оплатить снова. 960 стоит. Почему они такие дорогие? Стоимость, часы, нажмите. Я ничего не могу себе увеличить. Я ничего не могу себе увеличить. Я не могу. Богдана здесь не любят. Не, ну в теории, если по 50 делать, то в принципе за 20 секунд я буду зарабатывать по $100. $100 это в принципе нормально. Давайте тогда, да, что делать по 50, не торопясь. Найдем потом себе какого-нибудь раба, который будет на нас работать. Так, подожди, давай, кого можно купить? 960 стоит. Оплатить не могу. Ой, ладно, давайте работаем, что сказать. Не такого я, конечно, ожидала в своем офисе. Я думала, на себя приятнее работать. Может быть, нам надо просто уровень поднять, знаешь, до конца. Еще каких-то дохера жопы постукиваний, и все пройдет как надо. Ничего, мы справимся. Я не знаю, как работает здесь опыт, за какие он клики, он по 2 считает или что. Ну, как будто бы, когда ты быстрее накликиваешь, опыт идет быстрее. У вас нет такого чувства, что он реально идет быстрее, если ты быстрее покликиваешь? Ну, как будто бы да. Так, ну почти 1000 заработали первый, ребят. И почти добили уровень. Давайте добьем себе уровень офиса нашего. Да, это очень весело пока что. Ну ничего, сейчас мы обзаведемся мужиками, которые будут нам помогать. И все будет хорошо! Долби, 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 долби. Не, ну это кобздец. Это очень сложно, я устаю. Я устаю жать. Так, ну до 40 осталось совсем чуть-чуть. Блин, полюбасу нужен чел, полюбасу. Без чела мы здесь вообще сдохнем. Лучше мы будем платить ЗП-шку, чем наша рожа вот так вот будет кайфовать. Так, еще 40. До конца добиваем уровень. Я надеюсь, нам дадут какой-то множитель с новым уровнем, со вторым. Хотя бы уровень 2, чтобы побыстрее фармить. Было бы клево. Играем 11 минут. За 11 минут мы заработали с вами $1000, прикинь. Так, еще 20 осталось, и добьем с вами уровень. Я надеюсь, за уровень нам дадут какую-нибудь плюшку, там, премию, типа, премия года, молодец, там, вот это вот. Есть! Второй уровень, повышение уровня. Теперь ты на втором уровне. Вы разблокировали повышение налоговой скидки, разблокирование продолжительности чего-то там. Ну-ка, посмотрим. Мы теперь 10 секунд можем нажимать. Мы теперь можем жать 10 секунд. Не могу сказать, что это как-то мне особо помогло. Так, ладно, хорошо. Мужика на прокат 890 доход.
Давай, пусть работает. А, давай вот этого возьмем, Беверли. Беверли, работай. Капец, у меня денег вообще не хватает. Ты работаешь? Я сказала, работай. Так, давайте приберемся за 600, чистая банка. Во, смотри, ну мой офис потихонечку начинает зарабатывать деньги. Ну что-то Беверли какая-то недовольная жизнью, я не знаю. Вроде бы и нормальную зарплату плачу, но она такая недовольная. Став приносит мне по 10. О, смотри, смотри. Мы, по идее, сейчас будем зарабатывать больше. Видишь, у меня вот человек зарабатывает по 80. О! 8, мы вдвоем набьем тут сумму необходимую. Ну? Я же говорю, пошло дело. Да как мы будем оплачивать, конечно, я вообще не знаю. Но как-нибудь оплатим. Блин, ну вот эти вот мужики гораздо больше зарабатывают, чем я. Они больше кликают. 153, видишь, как уже поднялись хорошо. Сейчас нам с вами на все хватит. На все великолепно. Везде циферки, циферки. Интересно, что я такое интересное печатаю? Так, а оно без меня работает, оплатить. Я не могу оплатить. Судья звонит, что надо? Похоже, кто-то не заплатил свои налоги. Вам будет предоставлено 3 варианта. Выбирайте с умом, хорошо. Тюрьма, 15 минут. Половина ваших офисов будет увезена навсегда. Ну, давайте в тюрьму посижу 15 минут в тюрьме. Ну, посижу в тюрьме, ну, заслужил. Ну, нет у меня таких денег. Тюремное время. А, я могу отжиматься в тюрьме, серьезно? Вот это прикол. Я буду гача-муча, получается. А, я чем быстрее нажимаю, тем быстрее заканчивается мое время. Ё-моё, ребят, ну это, конечно, имба. Прикол. Ну, вот это да. Ага. Посадили в тюрьму за неуплату налогов. Ну, капец. Это, я считаю, нечестно. Я не хотела этого. Потом от меня начнут люди уходить, говорить, что я херовый начальник. Что какое-то сложное, это самое, времяпровождение здесь. Очень сложное. Блин, поставить бы какой-нибудь макрос, чтобы оно само тыкало. Вообще было бы зашибись. Ну чё, ребята, через 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я выйду из тюрьмы. Ура, я освободилась. Ты как тут, чмошник? Работаем ты и я, мы команда, да? Мы самые крутые с тобой. Ю-ху! Зарабатывай, крошка. Зашибись. Зашибись, работаем. Нам нужно оплачивать налоги, я еще раз в тюрьму не хочу. Ну его нафиг. В тюрьму вообще жопа попадать. Блин, ну мой работник зарабатывает куда больше, чем я. Он по сотке зарабатывает, прикинь. А я такая лохушка, говнюшка, вообще ни о чем. Так, ну мы реально, мы жопы не продаем, мне кажется. Жопы плохо продаются. Надо было другой бизнес выбирать. Реально, выбрали бы другой бизнес, все пошло бы совсем иначе. Так мы с вами бомжи какие-то позорные. Так, а сколько стоят налоги? Оплатить. Я оплатила налоги, но мне все равно не хватает их оплатить. Они, мне кажется, налоги быстрее капают, чем я успеваю накликать. Кобздец, нас будут с вами сажать, я чувствую, не раз. Ребят. Нас с вами засадят здесь по самые яйца. Мы с вами еще раз почувствуем, я тебе отвечаю. Блин, а вот это вот говно, оно не может само закидывать деньги без моих кликов? Да, вот это попадос. Пападос, шашлындос, мы пожарили компус. Пападос, шашлындос. Но ничего, мы сейчас поднимем третий уровень, и у нас пойдет маза дальше. Но мы будем зарабатывать уже больше, платить меньше, налоговые каникулы, все дела. Ничего, справимся сейчас. Смотри, уже 300, уже 300. Как говорят, отсоси у тракториста, все будет хорошо. Мне нравится, с какой довольной рожей работает мой персонаж. Она никогда не была такой довольной, и просто нравится вот это вот все делать. Уже 1000. Откуда? Откуда такие деньги? Объясните мне, пожалуйста, я столько не трачу, сколько просит меня за налоговые сраные вот это вот говно. Это капец. Реально трындец. Я в шоке. Вы меня, конечно, извините. Но это куда? Это в какие ворота? Реально, столько бабок, я вообще не знаю. Ура!
Так, что нам дали? Вы разблокировали инвестиции в банки. Так, зашибись. Прочность какая-то. Оплатить. Вам нужно подождать, прежде чем оплатить снова. У меня налог 300. За это аренда, электричество, все. Очко. Так, доход, навык. Освобождение от налогов, низкий налог. Продолжительность времени, опыт. Так, ну давайте себе что, вот это возьмем. Так, банк. Повышу этого говнюка. Пусть будет счастливым. Что еще? Прокат. За 600. Давайте еще одного возьмем. У меня теперь два мандюка. Все, великолепно. Что еще можем сделать здесь? Убраться. Прибраться. А как инвестиции в банки сделать? Ну, смотри, теперь, по идее, у меня два мужика работают. То есть, теперь я должна зарабатывать по 200. О, по два клика. Ну, во. Во, сейчас все выплатим. Сейчас еще раз в тюрьме посидим, но все у нас получится. Короче, здесь еще думать надо в этой игре, прикинь. Но два чела классно, что у меня теперь есть. Вообще четко. Четкие ребята вообще, пацаны крутые. А можно мне как-то по отдельности выбирать то, что я хочу оплатить, а не ту сумму, которую мне там выетывают, выписывают? Слушай, ну эти 230 дают стабильно, это ж круто. Надо себе еще одного бомжа какого-то купить, чтобы у меня три бомжа было. Пусть они на меня работают, на Наташечку. Смотри, ну. Пошел процесс. Так, давай. Че, низкий налог, стоимость 1200. А мы можем еще кого-то взять подешевше? Добавьте этажи, чтобы нанять больше, серьезно? Так, тогда давайте низкий налог. А то этот высокий налог меня обанкротит. Меня реально обанкротит низкий налог. Блин, ну по два клика это круто. Хотя я все равно, по-моему, делаю по... Не, по 102 делаю уже, смотри. Уже молодец. Уже мы с вами настоящие умнички. Мы с вами крутышки. По 98 уже зарабатываем, извините меня. Уже как бы нормальные. Самое... Зарабатывалки. Там налоги, конечно, растут в арифметической матье прогрессии. Как их платить, не знаю, но скоро нас с вами снова позовут в тюрьму, так что не обессудьте. Снова будем с вами думать, что будем делать. 2000 уже. Естественно. А давай не будем брать. Я не могу. Бляха, хорошо. Тюрьма, половина ваших офисов будет увезена навсегда. Не, я посижу в тюрьме. Я посижу в тюрьме. Я лучше в тюрьме. И снова осталось совсем чуть-чуть до конца моего срока. Мы снова с вами выйдем на свободу. И снова будем зарабатывать деньги. Но не могу сказать, что стало как будто бы лучше. У нас как был долг, так долг и остался. Поэтому тут как бы вопросики все равно имеются. Мне кажется, что... Вообще всем как бы пофиг, что будет дальше. Но мы зарабатываем пока как можем. Будем потихоньку улучшаться и смотреть, к чему это приведет, а там посмотрим. Ну а что еще делать? В любом случае, мне кажется, меня будут постоянно сажать в тюрьму. Я чувствую, мы с вами будем настоящими тюремщиками. Всю жизнь проведем с вами в тюрьме. Такой вот у нас херовый с вами бизнес. Надо, кстати, посмотреть касательно того, вот это вот что. Оно просто, да, убирает у тебя и все. Так, низкий налог. Доход плюс один. Рабочее время плюс один. Так, давайте рабочее время плюс один. Низкий доход, навык. Так, давайте доход себе повысим. Аренда, хрен бы с ней. Так, пацаны, а что, как у вас дела? Надо их, видимо, похвалить или что с ними надо сделать. Я не знаю, что с ними делать. Ну, короче, у нас теперь плюс 3 дохода в секунду. Мы теперь должны еще больше зарабатывать с вами. Поэтому, ребят, ну, все будет хорошо. У нас есть пацаны. Вот, и есть и мы. Нихера себе пацаны зарабатывают тоже. Неплохо, кстати. Посмотрите, уже 1089. Неплохо, неплохо, мне такое нравится. Слушайте, ну это же кайфы вообще. Это прям кайфы, и опыта как будто бы больше за работу дают вообще.
Идеально. Сейчас пойдем, ребят, еще похвалим немножечко. Видать, когда их хвалишь, они тебе все дают. Все прелести этой жизни. Блин, кайфушники, кайфушники. Так, давай тебя похвалю. И тебя похвалю. Поехали. Работаем, пацаны, работаем. Зарабатываем баблишки. Для Наташины малышки. Давайте, давайте. Сейчас все оплатим, все кредиты, все ипотеки. Все будет вообще секси. Да, смотри, когда хвалишь, они как будто бы больше зарабатывают. О май гад. Not bad, not bad, ребят. Все, мы с вами работаем. Вообще по кайфу. Я тебя умоляю, ты погляди на эту красоту. Ты погляди на эту красивую цифру. 3962. Вообще великолепно. А, можно любую кнопку нажимать. Господи. Так, а раз любую кнопку, я могу вообще пробелом делать это все говно. Я буду быстрее гораздо это делать, потому что на пробелы гораздо удобнее нажимать. Ё-моё. Так, я сейчас себе все убыстрю здесь. Так, уже 5000 есть. Так, пацанчики, пацанчики, оплатить. Зарплата. Да хрен бы с зарплатой вам. Низкий налог заплатили. Поехали, работаем. Смотри, хлебала, какой довольная. Все прекрасно. В тюрьму мы больше с вами не попадем. Налоги я все оплатила, только ЗП-шку не оплатили. Я не знаю, как платить ЗП-шку. Потом пацаны останутся у меня без ЗП-шки. Никакого праздника, никакой ЗП-шки. Будете жить у меня. Не тужить. Сейчас у меня там повысится ставочка опять. Великолепная, прекрасная. До 3-го уровня вообще. Она была богачкой. Не, ну конечно тупо, что здесь все довольно-таки однообразно, но в целом неплохо. Так, давайте сейчас добьем вот эту вот работу в офисе. Не, ну деньги-то нормально фармятся, я хочу тебе сказать уже. Пошел процесс, наконец-то. То до этого мы как цунная муха работали. А сейчас теперь смотри, вообще кайф. По 400. Так, короче, их надо поддерживать. Что, зарплату тебе дать? Эй, босс, могу ли получить повышение? Был таким хорошим сотрудником? Конечно. Держи. Я не знаю, наверное, я пожалею об этом, то, что я ему дала такую большую зарплату. Ну ладно, ну захотел человеку повышение, ну что? Ну хочет он зарабатывать больше. Что я могу сказать? Ну, уволится. Ура! Зены зарабатываем больше. Вы можете купить офис. Спасибо. Обязательно это сделаю. Обязательно. Абсолютно. Слушай, 5000. Так, 10000 уже к оплате. Ёб твою мать. Вы чё, все здесь работаете, да? Стоимость. Рабочее время плюс 1 секунда. Компьютер. Доход. Стоимость 25. Доход сидения. Опыт. Так. Давай подумаем. Давай. Низкий налог, рабочее время. Оплатить сейчас. Я не могу. Вы можете меня посадить в тюрьму опять. Я уже смирилась, что мы с вами постоянно сидим в тюрьме, поэтому плевать. Просто пофиг. Просто пофигу. Буква Ю побую. О, нихера себе, нормально они так мне подкидывают сейчас. Неплохо, неплохо. На уровне-то 4 уже, смотри, какие бабки поднимаем. Но все равно, блин, этого недостаточно, чтобы нам оплачивать такие баснословные налоги. Я тебе отвечаю, игра специально сделана таким образом, чтобы ты постоянно сидел в тюряге. У меня даже нет денег, чтобы их оплатить. Мне сейчас опять снова позвонит судья и скажет, какого хрена не платим? Какого хрена не уплачиваем? Мне интересно, а что будет, если я нажму продать офис? Он же мне, наверное, скажет, что вам нечего продавать. Я более чем уверена. Мне реально скажут, что мне нечего продавать. У меня уже все продано. И очко, и жопа, и не только жопа. Кайфы. Так, пацаны, как дела? Давайте я вас бустану. Зарабатываем, мамочки, денег. Нам нужно много денег, чтобы мой босс больше надо мной не смеялся. Он надо мной смеется, козлина. Мы должны показать ему все, что мы можем. Но, я же говорю, когда вас бустанешь, вы прям хорошо зарабатываете. По 1500. Правильно, так и надо, пацаны. Мы справимся с этой непосильной ношей, с этой непосильной задачей. Все будет хорошо, все будет классно. Ну, по 1500 вообще, я тебя умоляю. Посмотри, как текут деньги рекой. Вообще кайфы. Сейчас позвонят из банка и все нам обломают. Судья скажет, а где это денежки? Че это не платим денежки? Как вернули денежки?
11 000, 12 надо заплатить. Недостаточно денег. Ну давай, я, может быть, сейчас успею. Так, там что-то работник подошел ко мне. Работник что-то подошел, хочет, клянчит что-то. Может, зарплату клянчит? Чувак, денег нет. Да, он не работает, один мандюк. Так, я не поняла, ты чё? Ладно, нормально, поехали. Прикинь, опять подошел. У меня денег реально не хватит, так, пацаны. Давайте как-то с вами договариваться. Ну чё, как думаете, хватит? Уже 15 тысяч. Конечно, ты мне звонишь, конечно. Ну на, забирай, захвати. А, видишь, у меня нет офисов. Поэтому я могу только сидеть в тюрьме. Ну, вот такая вот игра, ребят, что сказать. Не знаю, как вам, пишите в комментарии, понравилось, не понравилось. А мы с вами скоро увидимся. Всем пока.